Всем привет, дорогие друзья, на связи Николай Жаричев, я один из основателей сервиса Просто Гейм, просто самого мощного финансового инструмента, который с легкостью поможет тебе в 2020 году закрыть все финансовые цели, которые ты перед собой поставил. Я надеюсь, что ты этого сделал, потому что если нет цели, нет результата, это очень важно. А Просто Гейм поможет тебе реализовать это, ежедневно зарабатывая хорошие деньги и ежедневно выводить эти деньги себе на карточку. Ведь деньги в наше время это все, и деньги решают огромное количество проблем в нашей жизни. Я бы сказал, 90% проблем можно решить за деньги. Также за деньги можно купить время других людей, а свое собственное время тратить на то, что действительно важно и нужно, на свою семью, своих близких. Также за деньги можно реализовать свою мечту, да, к которой вы так долго стремитесь. Я думаю, что у многих из вас она связана именно с деньгами. Поэтому Просто Гейм, еще раз, это очень мощный финансовый инструмент. Мы каждый день принимаем какое-то решение, друзья мои. Встать пораньше, либо поспать еще чуть-чуть. Кушать правильную пищу, либо кушать какое-то говно. Заниматься полезными вещами, либо там залипать в YouTube и смотреть всякую ерунду. И очень важно посмотреть это видео и принять именно правильное решение. И стать частью нашей команды, вместе с нами двигаться и зарабатывать хорошие деньги. Поверьте мне, наши отношения с вами будут вин-вин, выиграл-выиграл. И абсолютно всех, каждого выведем на результат, кто захочет этого. Нужно всего лишь желание. Поэтому в этом видео мы поговорим с вами про преимущества данного проекта и про маркетинг. Итак, начнем с преимущества, друзья мои. Данный проект доступен абсолютно всем и каждому, неважно, это мама в декрете, это студент, разнорабочий, либо предприниматель. Каждый в этом проекте найдет что-то для себя, какую-то свою ценность. Но самое главное то, что этот проект доступен абсолютно всем и каждому, ведь вход в бизнес составляет всего $10. Это цена 3 чашек кофе. Согласитесь, неплохо начать строить бизнес по цене 3 чашек кофе, друзья мои. Но и это еще не все. За эти $10 вы получаете на старте, уже на старте после активации матрицы, огромное количество инструментов, цена которых намного больше. Поэтому у любого продукта есть цена и есть ценность. И здесь за маленькую цену вы получаете огромную ценность. И это очень важно, друзья мои. Второе преимущество – это то, что проект очень прост и понятен абсолютно всем и каждому. Здесь не нужно учиться в институте 5 лет, потом идти проходить практику, чтобы начать зарабатывать деньги. Здесь достаточно зарегистрироваться, потратить 30 минут на обучение, и уже через час после регистрации вы с легкостью заработаете свои первые деньги. И в этом кайф, друзья мои. Сила в простоте и сила в правде, не так ли? Поэтому простой инструмент – просто бери и делай. Многие из вас сейчас думают, почему гейм, ведь это матричный проект, причем здесь вообще игра. Я лично убежден, что любой бизнес, любое дело должно делаться легко, с удовольствием. Для тех, кто не знает, я отец 3 детей, и когда я прихожу домой, мои дети бегают, играют, визжат от радости, они счастливы, они кайфуют от того, что они делают. И именно с таким подходом нужно подходить абсолютно к любому делу, чем бы вы ни занимались. Кайфовать с удовольствием, с легкостью, в игровой форме. И поэтому гейм – игра. И в этой игре вы познакомитесь с огромным количеством людей с активной жизненной позицией. Людей сильных, целеустремленных, амбициозных. И это окружение будет формировать правильные привычки. Привычки формируют действия, действия формируют результаты. Именно поэтому у нас большинство ленивых людей, да, вокруг, в мире, потому что общество, да, то есть формирует неправильные привычки, и это очень печально, друзья мои. Также данная платформа, она полностью автоматизирована, все процессы полностью автоматизированы. Мы живем век новых технологий, поэтому, конечно, сервис будет развиваться, будет дополняться, и огромное количество инструментов еще появится. Но сейчас, даже используя матрицы, можно зарабатывать очень неприлично хорошие деньги. Конечно же, основным преимуществом, я считаю, это знания, потому что здесь вы начнете развиваться и получать новые знания, которые действительно нужны здесь сейчас, потому что мы живем в такое время, когда можно сказать, что деньги – это люди, подписчики, да, а нефть – это трафик, да, нефть 21 век – это трафик. И эти знания по получению трафика, по монетизации подписчиков вы также будете получать. Это действительно очень важно. И чем больше извилин в вашей голове, тем больше денег в вашей кошельке. Это прямо пропорционально, с этим не поспоришь. Сейчас, друзья мои, поговорим с вами про маркетинг. Я вам постараюсь максимально доступным языком рассказать, что такое матрицы, как они заполняются, что такое переливы. В общем, поехали, друзья. Итак, очень важно то, что в маркетинге Просто Гейм 100% всех денег уходят в систему, уходят на выплату партнерам.
чего же зарабатываем мы, основатели проекта, спросите вы. Мы также, как и вы, являемся активными партнерами и в полях, да, строим свои сети, строим свои команды, и это очень важно. У нас видение очень простое. То есть, как строится бизнес? Сначала ты создаешь бизнес, потом ты уже занимаешься документацией, открываешь ИП, фирмы и так далее. То есть, ты сначала тестируешь гипотезу, а потом уже занимаешься юридическими оформлениями. Мы же хотим сейчас построить рынок сбыта, построить огромный рынок пользователей, построить огромный рынок партнеров по всем городам России и так далее, а потом уже завести туда продукт. Конечно же, это не обязательно будет физический продукт, потому что затраты на производство, логистику – это очень большие, все скорее это будет какой-то IT-продукт, да, то есть, но это будет в будущем. У нас есть сейчас некое видение там, да, на ближайшие 2-3 года. Сейчас мы маленькие, друзья мои, и мы можем, как сказать-то, варьировать, да, то есть и что-то тестить, что-то экспериментировать, но смысл всегда будет очень простой, то, что наши пользователи всегда в приоритете, наши партнеры, то есть поэтому 100% денег идет в сеть, и маркетинг меняться не будет, вы всегда будете получать 100% в маркетинг по партнерской программе, да, по матричной программе, вот, и если мы добавим какой-то продукт, то обязательно ценность этого продукта будет очень большая абсолютно для всех и каждого, и, ну, потенциал у просто гейм, мне кажется, просто огромен. Далеко ходить не стоит, можно взять приложение Instagram, которое когда-то начиналось просто с мобильного приложения для того, чтобы фотографировать еду, и выросло в огромную-огромную компанию. Почему мы не сможем этого сделать? Я думаю, мы сможем это сделать. Итак, маркетинг. Просто гейм, 100% денег уходит именно на выплату партнерам. Итак, в данный момент в системе есть 9 матриц. Я покажу на примере нескольких. Есть матрица за $10, матрица за $20, матрица за $40 и так далее. 80, 160, 320, 640, 1280, 2560. Итак, понятно, что чем больше матрица, тем больше денег вы будете зарабатывать. Но мы начнем с самых простых матриц. То есть за $10 вы активируете себе ячейку, то есть вы становитесь частью матрицы. У вас появляется 6 свободных ячеек. Пирамида, скажете вы. Друзья мои, сразу же для тех, у кого возникает вопрос по поводу пирамиды и так далее. Что есть финансовая пирамида вообще? Это когда вы можете положить абсолютно неограниченную сумму денег. 1, 2, 3, 4. И вы ежедневно получаете какой-то пассивный доход. Там 0,5% в день, 1% в день, там, я не знаю, там 100% годовых. Но это именно пассивный доход, когда вы ничего не делаете и вам деньги капают. Я, кстати, нормально отношусь к финансовым пирамидам. Почему? Потому что это тоже очень хороший финансовый инструмент, если грамотно и правильно им владеть. Когда вы инвестируете не в одну компанию, а в 6, в 7, 8 разных компаний, там 3-4 закрываются, а другие 3-4 компании вас выводят не только без убыток, но и приносят очень хорошую прибыль. У меня огромное количество друзей, которые покупают квартиры на это все. Понятно, что это так себе деньги, да, то есть, но я считаю, что любой инструмент хорош, если им научиться грамотно пользоваться. Никакого отношения к пирамиде финансовой это не имеет. Почему? Потому что здесь нет пассивного остаточного дохода именно в обширном его представлении, да, когда вы ничего не делаете и получаете. Нет, здесь есть именно правильный пассивный доход от однажды проделанной вами работы. То есть сначала вы строите свою команду, и потом сначала вы работаете на команду, потом команда работает на вас. То есть это очень важно, это принцип сетевого маркетинга. То есть однажды проделанная вами работа превращается в пассивный остаточный доход, это очень важно. Итак, вы активировали матрицу, у вас появляется 6 свободных ячеек. 2 уровня. Можно сказать, что вот это первый уровень, вот это второй уровень. Соответственно, с первого уровня вы получаете 5%. 5%. Со второго уровня, с каждого пользователя, вы получаете по 95% всего оплаты. 95%. Абсолютно с каждого пользователя. Соответственно, пригласив 6 человек в эту матрицу, вы получаете на выходе 390% прибыли. Смотрите, достаточно пригласить одного человека. Вы пригласили Васю. Вася что сделал? Васе понравилась данная система, он пригласил Петю и Диму. То есть этих людей пригласили не вы,
но вы получили 95% с одного и 95% с другого. То есть $9,5 с одного, $9,5 с другого. Чтобы получить деньги на выплату, не нужно ждать закрытия матрицы. Как только вы привели одного человека, вам деньги капнули на счет, вы тут же можете вывести их на карту. То есть в этом кайф, в том, что каждый день у вас будут крутиться матрицы, будут появляться новые пользователи, и вы каждый день будете выводить деньги на карточку. Смотрите, здесь вы пригласили всего лишь Васю, Вася вам пригласил двух человек, а здесь вам пришел перелив от вашего наставника. То есть здесь вы получили перелив от вашего наставника. То есть этого человека перевели не вы, вам пришел перелив. И вот этот перелив, допустим, это Света. Света привела двух своих подруг. Вы их знать не знаете, этих людей, но вы тоже получаете по 95% с их выплаты. То есть вы пригласили всего одного человека, а получили 4 раза по 95% и 2 раза по 5%. В общей сложности 390%. Да, конечно, это при идеальных раскладах. Но смотрите, как, что происходит дальше. Из этих 390%, да, то есть если стоимость матрицы $10, то вы зарабатываете $39. Из этих $30 минусуется $10 на покупку нового круга. То есть покупается новая пустая ячейка. То есть вы хотите дальше строить, да, то есть, но у вас нет мест, куда ставить людей. Поэтому вам автоматически покупается новая ячейка за $10. Соответственно, $29 вы поставили на выплату, все это ваши заработанные деньги, вы их вывели себе на карточку, а за $10 вам купился новый круг. И теперь вы можете либо самостоятельно выставлять людей, то есть позвать Сашу, Петю. Допустим, вы пригласили сюда Сашу, сюда Петю. Дальше у вас есть какой-нибудь Марат, который хочет строить бизнес, и вы делаете перелив своему человеку. То есть перелив, это значит, что вы под него ставите сюда Марата, и он от него получает 5%. Вы с Марата получаете сразу 95%. Ваш человек, которого вы привели, получает 5%. Я сейчас понимаю, что какие-то вещи вам могут быть непонятны. Почему? Потому что маркетинг любой компании начинаешь понимать только тогда, когда начинаешь зарабатывать по нему. Это очень важно. И поверьте мне, когда вы начнете зарабатывать и получать первые деньги, вы просто, мир перевернется у вас. Потому что вы поймете, насколько здесь легко и просто зарабатывать ежедневно хорошие деньги. То есть смотрите, вы делаете первый круг, с первого круга, вот когда вы заполнили матрицу, вы зарабатываете $39. С этих $39 у вас вычитается $10 и $29 на вывод. За $10 покупается новая ячейка. Со второго круга очень важно, именно со второго круга. Смотрите, как только вы заполнили ячейку, опять заработали $39, с этих $39 $10 уходит на покупку третьего круга. $20 из них, $20 уходят на покупку вот этой матрицы, следующей. Это единоразово берется. Один раз на покупку более дорогой матрицы. $9 вы ставите себе на вывод, а с третьего круга опять зарабатываете $29. С четвертого круга опять $29. С пятого круга $29 чистыми себе на карту. То есть это важно. Но вы покупаете ячейку за $20, и, соответственно, вы уже зарабатываете не только на ячейке в $10, но и также начинаете зарабатывать на ячейке в $20. То есть у вас уже не одно бизнес-место, а два бизнес-места за $10 и $20. То есть может получиться так, что Вася, которого вы пригласили первым, соответственно, закрыл также свой круг дважды, и он перешел за вами. То есть он перешел в матрицу за $20. То есть встает сюда. Также Васины люди идут за ним, встают за ним. И также идут вам переливом. То есть вся ваша команда, все ваши люди, которых вы пригласили, они идут за вами. Матрица за матрицей. Вы активировали матрицу за $40, они идут за вами. То есть это понятно. То есть вы получаете не только переливы от наставника, но и переливы от вашей собственной команды, от ваших партнеров. Это очень важно. Итак, друзья мои, давайте еще раз смотрите.
Вы активируете матрицу за $10. Соответственно, все, вы активировали матрицу. Вы пригласили двух человек. С этих двух человек вы получили по 5%. Дальше есть несколько вариантов. Ждать, когда вот этот человек пригласит кого-то. Либо вы можете сделать, поставить ему перелив, да, то есть сделать ему по кайфу, езжу, да, и человек увидит, что под ним появилась система. Да, возможно, даже ваш перелив, ваш человек, да, кого-то поставит, и человек заработает свои деньги, отобьет свои вложения там, да. Ну, я не считаю, что это вообще какие-то вложения там $10, но вы можете сами ставить людей, вы можете вот сюда ставить человека. Соответственно, можете вот сюда ставить человека. Я считаю, это правильно. То есть очень важно сделать быстрый старт и не ждать, когда вот вы пригласили Свету, да, допустим, и ждете, когда Света там воткнет вообще что за продукт, начнет кого-то приглашать, начнет ли вообще приглашать. Я считаю, что нужно всегда показывать на собственном примере. То есть вы сами должны активно начать качать, начать зарабатывать деньги. Вы заработали сразу же $29. Это небольшие деньги, друзья мои. То есть $29 на выплату по нашим деньгам, там, да, это 1800 рублей. То есть с закрытия одного цикла вы получаете 1800 рублей. Сколько таких циклов можно делать за день? 2, 3, 5, 10. Каждый сам выберет темп просто, да. Здесь вы получаете 1800. С закрытия второго цикла вы всегда будете получать 3600 рублей. С закрытия там третьего цикла всегда будете получать 7200 рублей. То есть, согласитесь, неплохо. Сегодня у вас закрылась там матрица за 1800. Завтра вы получили там матрицу закрыли за 3600. Соответственно, послезавтра матрицу за 7200. Там на четвертый день закрыли там все три матрицы за день. Получили десятку. То есть вот так, степ-бай-степ, шаг за шагом, закрывается матрица за матрицей, и вы переходите все в более дорогую матрицу, зарабатываете более большие деньги. Сложного ничего нету. То есть также и вам наставник может ставить переливы. Ваш наставник с активной жизненной позиции, кто активно качает, будет ставить вам переливы. Также всего скорее может появиться у вас активный пользователь, который быстро будет закрывать свою матрицу и будет переходить к вам снова в матрицу. Снова. То есть ваш человек не будет выше вас, он всегда будет под вами. Закрыв свою матрицу, он встанет в пустую ячейку опять же к вам, потому что именно вы его позвали, именно вы дали ему эту возможность, именно вы заслуживаете получать доход с его активной деятельности. Он как активный партнер будет зарабатывать чуть больше, чем вы, но вы же получаете пассивный доход от его действий, это тоже очень важно. Друзья мои, маркетинг-план мы с вами будем разбирать еще на вебинарах, будем максимально подробно разжевывать, я не хочу растягивать это видео. Я считаю, что вы сможете разобраться в маркетинге, когда начнете играть. Также у нас есть вкладка обучения, где есть огромное количество обучающего материала. Друзья мои, смотрите, и все обязательно у вас получится. Поэтому принимай правильное решение и увидимся в игре. Просто гейм.